вместо силы сюда изливается мана. Кровь еще не засохла. Ты Гюго? Меня прислали твои братья. Тьфу ты, сволочи, негодяи, ублюдки. Чё, сперва бросились на меня, а как не справились, то прислали разбойника, чтобы он закончил дело. Я вовсе не разбойник, я ведьмак. А твои братья прислали меня, чтобы я тебе помог. С чего бы это они вдруг передумали? Сперва хотели меня убить, а теперь помощь присылают? От таких благих намерений смердит за милю. Погоди, давай помедленней. Что произошло? Меня зовут Гюго Монар. Мой отец, Виктор Монар, был знаменитым производителем коньяка. Мы с братьями вечно ругались, кто из нас продолжит семейное дело. Вот отец и решил нас сдружить. Надеялся, если мы вместе поработаем, то и помиримся. Разобрал свой дистиллятор на части и три из них спрятал. И каждому сказал, где спрятана одна часть. Ну вот, когда мои братья узнали, что последняя, моя деталь, где-то здесь, то решили, что я им больше не нужен. И собрались вывести меня из игры. Мы начали ссориться, потом драться. На шум собрались чудовища. Братья сбежали, а я помчался вглубь пещеры. В гробу я, говорит, видал. Хм. Значит, ты пришел за деталью от дистиллятора. Вот за этой? Да. Откуда она у тебя? Выловил из горячего источника. Твой отец умел прятать вещи. Прошу, вот твоя награда. Здесь немного, но обещаю. Когда я открою таверну, получишь персональную скидку. Ловлю на слове. А теперь пойдем. Твои братья наверняка беспокоятся. Погоди, видишь? Это мои братья.
привели с собой каких-то головорезов. Поджидают меня. Этого мы еще не знаем. Ты хочешь сказать, что они случайно оказались тут целой бандой, да еще и при оружии? Они хотят меня убить и забрать у меня последнюю деталь дистиллятора. Спаси меня. Пожалуйста, убей их, пока они меня не прикончили. Ты хочешь, чтобы я убил твоих братьев? Ну, их-то может и нет. Но тех головорезов наверняка. А братьев, ну, я не знаю, может их просто обезвредить. Так что, будешь меня защищать? Я не стану ни на кого бросаться с мечом из-за семейной ссоры и куска какого-то устройства. Подойдем сейчас к ним и все выясним. Надо с ними поговорить. А если они на меня набросятся? Ты защитишь меня? Только если они нападут первыми. Идем. Гюго, с тобой все в порядке? Мы беспокоились. Ну-ну. Что-то я вам не верю. Послушай, когда ты остался там, до нас дошло, что все эти ссоры не имеют смысла. Если б с тобой что-то случилось, мы бы себе этого не простили. Люсьен прав. Надо закопать топор войны и работать вместе, как хотел отец. Если у вас добрые намерения, то кто все эти люди? Это охотники. У них лагерь неподалеку. Они подошли спросить, не нужна ли нам помощь. Вы долго не возвращались. И раз нас стало больше, мы собрались вас спасать. Я рад, что вы договорились. Но я бы хотел вернуться к своим делам. Разумеется. Вот твоя награда. Спасибо за помощь. Если вдруг окажешься рядом с нашей таверной, с Лисом-Хитролисом, заходи на наш знаменитый коньяк. С удовольствием загляну. Бывайте. Но! Давай.
лагерь брошен, хотя разрушения свежие. Похоже, я пришел слишком поздно, но хоть осмотрюсь на всякий случай. Следы борьбы, четкие отпечатки лап чудовища появляются сразу здесь. Значит, нападение было с воздуха. Мужчина истек кровью. Рана нанесло какое-то крупное существо, это видно по следам когтей. Горло разорвано крупными зубами. Должно быть драконит, может, василиск. Только вот следы странные. У всех видов, какие я знаю, они чуть-чуть другие. Советую держаться отсюда подальше. Опасно здесь. Похоже, где-то рядом гнездится василиск. Именно так. С гордостью сообщаю, что именно он тут и гнездится. И я лично за ним присматриваю. Присматриваешь? Это же не зверюшка домашняя. Этот василиск убивает людей. Я попрошу, если на его территорию не заходить, никого он не убивает. Я же столько объявлений развесил, знаков. Специально, чтобы никто не пострадал. Но кто-то пострадал. Тут труп совсем свежий. Купец, наверное. Я как раз сегодня узнал, что двое купцов, несмотря на все предупреждения, выбрали этот путь. Я спешил их предостеречь, но опоздал. Я уже обо всем распорядился. Мои слуги заберут тело и передадут семье вместе с солидной компенсацией. Кто ты, собственно, такой? И откуда такой интерес к чудищу? Граф Борис, к вашим услугам. Этот вид — гербовое животное нашей фамилии. Род Ди Сальварес веками носит Регулюс Платум. Семейное предание гласит, что основателя нашего рода ребенком на пожаре спасла самка Василиска, забрала его к себе в гнездо и выкормила, как собственное дитя. Чепуха. Разумеется, но прекрасная. Так говоришь, это последний василиск? Откуда ты это знаешь? Последний представитель этого вида. Прежде их было куда больше, но они вымерли, когда выкорчевали буковые леса. То есть ты считаешь, что есть прямая связь между буковыми лесами и василисками? Опосредованное есть. В буковых лесах водились серны, а те служили основной пищей василискам. Когда серны исчезли, они переключились на людей. И тогда появились ведьмаки. И вот осталась единственная, последняя особь – самка. Еще в прошлом году их было двое, но партнер Иокасты погиб. Иокасты? Это ее имя. Мой отец назвал ее так в честь своей покойной матери. Иокаста тогда высиживала два яйца. Но когда самец погиб, она, к сожалению, выбросила их из гнезда. Ты платишь деньги семьям жертв. Почему? Потому что эти земли были пожалованы моему роду еще княгиней Адемартой. За их границами Василиск никого не убивает и вреда никому не причиняет. Если только его не спровоцировать. А если что происходит, весь ущерб покрываю я из собственной казны. Мужей и сыновей, разорванных чудовищем, ты тоже возвращаешь? Из собственной казны. Этого я, разумеется, сделать не могу. Но я выплачиваю щедрое возмещение. Прошлым летом вдова Шорника получила от меня 800 крон. Семья несчастного купца тоже не останется в обиде. Ты знаешь, где гнездится этот василиск? Конечно, знаю. Но вы же не думаете, что я вам скажу? Эти мечи у вас не для забавы, и я знаю, чего от вас ждать. Я и сам его найду. У него очень характерные следы.
И второе тело поищу. Ты говорил, что купцов было двое. Чешуйка тоньше, чем у обычных василисков. Возможно, чудовище более чувствительно к огню. Это правда. И Акаста очень боится огня. Очень впечатлительное создание. Если бы тебе пришло в голову ее убить, ты бы положил конец целому виду. Странные выжженные пятна. Может, следы ядовитой слюны? Этот вид, похоже, очень токсичен. Не иначе. Рана, нанесенная серебристым василиском, долго не заживает. Значит, надо запастись противоядием. Бочки разбиты, похоже, у них и был танин. Его используют при дублении кож. Чудовище разбило бочки, вот отсюда запах на чешуе. Якасту очень любопытно. Ее привлекают любые сильные запахи. Должно быть, это бочки приманили ее к обозу. Следы ядовитой слюны и разбитые бочки. Скорее всего, вторую жертву василиск настиг где-то здесь. Во всяком случае, теперь я смогу выследить чудовище по запаху яда и танина. Зачем ее выслеживать? Я как-то под охраной. Если она погибнет, природное равновесие этого места будет надолго нарушено, и последствия окажутся непредсказуемыми. Просто не надо ее провоцировать. Не причиняйте ей вреда, и она вас не тронет. Я всегда подозревал, что они специально подманивают Василиска, чтобы он уничтожал товары, а потом требуют возмещения. Запах очень слабый. Скорее всего, Василиск поднялся высоко в воздух. Следы крови очень четкие. Снова отчетливый запах. Я что-то слышу, но это не Василиск. Человеческие голоса. Инструмент. Чудище где-то бродит. Надо его будет приманить. А ты кто такой? Собственно, хотел спросить то же самое. Рубайлы меня зовут. Рубайлы? Случайно не из Кринфрида родом? Именно что? А ты откуда знаешь? Ты что за птица? Геральт из Ривии, я ведьмак. Знаю ваших собратьев по ремеслу. Богольта, живодера, нищуку и мелкого. А, ведьмак. Богольт мне о тебе рассказывал. Ты вроде мечом неплохо машешь. Профессионал. Добро. Сделаем так. Пойдем на гада впятером. Бестия должно быть страшно ядовитое. Нам лишние руки не помешают.
А награду мы уже от гильдии приняли. Так поделим по справедливости. Ну как, уговор? Господа, что я слышу? Вы собираетесь убить Иокасту? Этого быть не может. Это создание под моей охраной. И если дело в награде гильдии, то я заплачу. Заплачу двойную цену. Вы не можете убить последнего представителя вымирающего вида. Заплатишь, значит? За то, чтоб мы ничего не делали? Вот это новость. Ну что скажешь, сударь-профессионал? Я слыхал, эта бестия уже пятерых сожрала. Мы не будем убивать этого Василиска. Ведьмак, защитник чудовищ! Видали, мужики, какое диво! Эх, не будем сегодня рубать гада. Но ты что-то там о деньгах вроде говорил. Говорил, и слово свое сдержу. Твоя доля, ведьмак. Ха! Самая плевая работа за всю мою жизнь. Бывай, ведьмак. Забавно было с тобой поработать. Бывайте, мужики. Спасибо вам, что пощадили Иокасту. Я постараюсь, чтобы она никого больше не съела. В этот раз старайся получше, чтобы больше никто тут не шлялся. Так и сделаю. Я бы хотел дать вам еще чисто символическую сумму за спасение Иокасты. Если бы не вы, Рубайлы бы ее убили. Спасибо. Иокаста улетела. Почуяла, что гнездо в опасности. Думаю, она скоро вернется. Обязательно. Она всегда возвращается. Я даже догадываюсь, куда она полетела. Я выяснил, что она нашла себе нового партнера. Правда, это обычный Василиск, не серебристый. Но вдруг из этого что-нибудь получится. Может, Иокаста отложит новые яйца, и возникнет новый вид? Лучше не надо. Прощай. Вперед, плотва!
Я хожу по воде. Прямо как... Как... Как кто? Как водомерка. А ты что подумал? Неважно. Что, думал, ничем ты тебя в жизни не удивишь, а? Ошибочка. Здравствуй. Ты знаешь, почему это я вдруг начал ходить по воде? Ну, разумеется. Я живу в этой пустыне с незапамятных времен. И скажу тебе, что это особенное озеро. И в чем его особенность? Кроме того, что по нему можно ходить. На дне озера покоится магический меч, а я его хранитель. Лишь тот доберется до меча, кто стяжал 5 рыцарских добродетелей. С моими добродетелями рассчитывать не на что. Я знаю, кто ты. Ты доказал, что способен проявлять сочувствие. Ты человек чести, в чем убедились многие. Не будучи состоятельным, ты умеешь проявлять щедрость. О твоей доблести ходят легенды. Ты руководствуешься разумом, что свойственно мудрым. Ты доказал, что 5 рыцарских добродетелей тебе не чужды. Значит, я могу нырнуть за мечом. Это оружие для мастеров. Для лучших из лучших. Так что покажи, на что ты способен. Будем биться посреди озера. Ты готов? Можем начинать. Так обнажи свой меч. Всяких сомнений, ты достоин владеть магическим мечом.
А вот и твой Арандит. Мы, кажется, знакомы? Конечно, знакомы. Пустынник же сказал, что знает, кто ты. Владычица озера. Это я. Носи этот меч и не забывай, что добыл его, доказав, что ты человек праведный и что действуешь ты во имя добра. Надеюсь, в этот раз ты его не потеряешь. Просто замечательно. Сорок второй нужен, зараза. Давай, плотва. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Да славится вечное дело. Отлично. Спасибо, будь здоров.